Кто где, гляньте, Илюха в клетке лежит, сам себя наказал. Зайчий Шонан на полочке. Цыган другой вон там. Тут Насад у нас. Ой, злая Зенсина. Зенсина, иди сюда. Злая Зенсина, иди сюда. Шейка утиная вам пришла туда, сушеные шейки. О, вот это рот. Ты показываешь, каким ртом ты шейку будешь кушать. А еще есть... Насад, не жадничай. Вымя сушеное. Ну, там жирочек в основном. Ах ты ж мотик мой рыжий. На, злая Зенсина. Говорит, я хотела жирочек. Своего мало. Зайка, ты там что укаешь? Хулиган. Няню Юлю чуть не загрыз вчера. Вкусно, Насад? Ну, вкусно, вкусно. Комментарий читала, почему у них такая низкая клетка. Поржала. Я говорю, ну давайте начнем с того, что это не клетка, а вольер. А это всего лишь полка в клетке. Ой, народ. Это надо же прям живодером быть, чтобы такой высоты сделать им клетку. У меня вода течет. Егор меня всю замочил. Илюн, иди сюда. Вот она. Люлька. Тут люлька у нас гуляет. Люлька. На. Давай, скажи. О, а там кто-то в тоннеле дружбы, гляньте. Окорока свои проветривает. Вангуля, ты окорока проветриваешь. Иди сюда, Ванга. Не волнуйтесь, это она не в клетке. У нее там выход в вольер. А люлька хитрая, глянь, положила где. Чтобы не провалилась, козы. Я постирала.